Всем привет! Пришла очередная мне посылочка из Китая. И это коврик. Большой игровой коврик для мыши и клавиатуры. Вот он, такой вот. Сейчас будем распаковывать. Погнали! Коврик этот я, кстати, заказывал с AliExpress. Шел он мне где-то примерно 14 дней. Вау, нифига себе! Я специально с красными окантовочками заказывал. Так, а еще мне вот какая-то вот хрень тут пришла. В посылке тоже была. Больше ничего нету. Блин, отпечатки остались вот здесь от резинок. Я думаю, ничего страшного, в принципе, нет. Так, теперь мы его, пожалуй, сейчас разложим. С обратной стороны он такой вот, антискользящее покрытие типа считается. Охренеть, вот это коврище, а? Ковер-самолет целый прям. Игровой ковер-самолет. Блин, ребят, вообще классно, офигенно, мне так нравится. Блин, у меня до этого был маленький коврик, короче, чисто для мышки. Скольжение очень-очень прям хорошее. А сам коврик, кстати, ну да, он так это, чтобы он, короче, не скользит. Блин, ребят, вообще шикарно просто. Всем советую такой коврик. Чем больше, тем лучше, короче. Так, сейчас проверим, точно ли совпадает длина и ширина. 50 на 100. Вот, 50. Вот, 100 см. Короче, вообще, ребята, офигенно. Был еще, короче, на 120, но 120 слишком много. Вот 100 на 50 мне прям вообще отлично.